Если будет плохой разворот, то у вас следующее движение уже практически не получится. Поэтому очень важно, чтобы правильный разворот был. Всегда мы тренируем сначала медленно. Еще раз посмотрели медленную работу. Прямо встали, спокойно повернулись, нога пошла, вытянули. Опустили руку, развернули, стали уже боком. Продолжаем ногу дальше, удар сделали. Повернулись, нога пошла, сделали. Развернули ногу, нога пошла, сделали. Здесь опять нога вперед, сделали. Когда быстро, это уже практически не видно, но надо тренировать силу одной ноги. Поворот, встали. Опустили, сделали. Поворот, сделали. Сюда. Замерли. Движение. Замерли. Движение. Замерли. Все вот этот весь кусок делаем. Сначала медленно, потом